Хорошо в деревне летом. Здравствуйте. Сегодня хотел бы рассказать вам про вот этот чудесный автомобиль, который я приобрел. Вот, так сказать, первое впечатление о нем. Значит, приобрел я его неделю назад. Пробег у него 70 тысяч километров. Состояние батареи примерно 80% плюс-минус. Год выпуска 2013. Рестайлинг. Кузов называется Azeo. Отличается от дорестайлинга тем, что у него теперь вместо печки тепловой насос, который потребляет меньше энергии. И, значит, в багажнике больше места освободилось из-за того, что инвертор, зарядное устройство, переехало под капот. Но для тех, кто не знает, что это такое. Примерно в 2009 году, там плюс-минус, наверное, не ошибусь, если скажу в 2009, на токийском автосалоне компания Nissan представила, значит, модель Leaf, полностью электрический автомобиль. Здесь нету ни бензобака, ни двигателя внутреннего сгорания. Здесь аккумулятор, двигатель и инвертор. Итак, как же Nissan предложил пользоваться этим автомобилем? Внутри они установили зарядную станцию, которая преобразует электричество, которое есть у нас в розетке, 220 вольт конкретно в России. В Японии 110 используется, но ничего-ничего, все совместимо. И постоянным током заряжается высоковольтная батарея. Высоковольтная батарея рассчитана на напряжение, там не соврать, порядка 400 вольт. Соответственно, мы включили в розетку этот автомобиль чудесный, и примерно через 7 часов он полностью зарядил аккумулятор на батарею. Вы скажете, что это какая-то фигня, да? Надо ехать, а 7 часов ждать, пока он зарядится, это неприемлемо. Для случая, когда медленная зарядка неприемлема, есть внешний порт, называется CHAdeMO стандарт, который рассчитан на использование с внешним зарядным устройством. То есть по кабелю, который подключается к этому порту, должно передаваться уже постоянное напряжение, как раз того уровня, примерно там 400 вольт. Вот. И, соответственно, сама машина по этому же кабелю сообщает зарядному устройству, каким током она хотела бы заряжаться. В таком случае до 80%, я думаю, порядка 20 минут потребуется для заряда батареи. Но проверить это пока негде, потому что даже не берем деревню, даже в городе, в Липецке чудесном, на сегодняшний день нет ни одной зарядной станции. Администрация отрапортовалась о запуске ближайшей зарядной станции на трассе М4 рядом с Хлевным, но что-то как-то, по-моему, не взлетело. Заправочка Лукойл, ну, мы еще туда съездим, проверим чуть позже. Итак, что касается зарядки, примерно обсудили. Емкость батареи, да, забыл сказать, емкость батареи 24 кВт-часа, соответственно, по стоимости электроэнергии в сельской местности по ночному тарифу, ну, примерно, наверное, рублей 30 стоит полный заряд этой батареи. В городе, конечно, дороже, может цена доходить до 200 рублей, наверное. Вот, если брать тариф для юридических лиц, вот, там не все так, конечно, хорошо, но зачем заряжаться по другому тарифу, если можно заряжаться ночью по дешевому? Насколько хватает пробега? Лично у меня пока рекорд — это 140 километров я проехал без подзарядки.
Это еще не в ноль высаженная батарея, но уже в, значит, пробеге в прогнозируемом появились прочерки. То есть это остаток примерно, я не знаю, километров, может быть, 10 она бы еще проехала и обездвижилась. Что делать, если она встала совсем? Есть два варианта. Первый – эвакуатор, но это не наш метод. Второй – можно вкрутить буксировочный крюк, которого, кстати, к сожалению, в комплекте у меня не было, его надо дозаказать. И тогда буксировочкой можно мало того, что дотащить до гаража к машину, но еще и в это время чуть-чуть подзарядить. То есть автомобиль умеет рекуперировать энергию, соответственно, механизм какой? В теории, опять же, не проверил еще. Можно чуть-чуть придавить тормоз или достаточно даже бросить газ, и автомобиль начнет заряжаться, преобразовывать энергию нашего тягача в электрическую энергию, которая пойдет в батарею. Главное, чтобы тягач был не в курсе, чем мы занимаемся. Вот. Ну что, посмотрим, что там внутри. Итак, знакомство с автомобилем надо начать, наверное, с того, чтобы заглянуть в него под капот. Да, кстати, обратите внимание, это последствия испытаний на максимальную скорость. Но мухи плющатся неплохо. Как вы думаете, сколько? Сколько едет этот автомобиль? Итак. Система Nissan Leaf оборудован бесключевым доступом. Но водительская дверь уже немножко приуныла. Обходим. Пассажирская. Опа, открылась. Так, зеркала не разложились. Так выглядит примерно салон. Так. Так, он выглядит сзади. Цвет, конечно, шикарный. Японский белый, перламутр. Вот. И что? Нам нужно открыть капот. Открывание капота у нас как в традиционном автомобиле. Так. А заодно и зарядничек откроем. Зарядничек открывается вот этой кнопкой. С электроприводом, кстати, кнопка. Итак, это у нас зарядничек. Тоже мухи заплющены качественно. Он даже с подсветочкой. Шикарно. Вот это как раз порт обычной зарядки с доводчиком. Вот, обычная зарядка, это от батареи. А вот это вот порт. Что дальше не будет открываться? Это у нас порт CHAdeMO, зарядка постоянным током, два силовых контакта и, значит, контакты для передачи данных. Так, это то, что скрывается под капотом. Как я уже говорил, инвертор, под ним электродвигатель, аккумулятор 12 вольт, основной аккумулятор расположен под полом. Ну, это, в общем-то, все, что... и, соответственно, заливать водичку в стеклоомыватель. Это, соответственно, все, что нам нужно знать про обслуживание электромобиля. Ну, хотя нет, конечно, соврал. Есть еще редуктор, коробки передач нету, есть редуктор, в котором периодически желательно менять масло. Вот теперь точно все. Ну что, пошли в салон. Итак, посмотрим, как выглядит салон. Что у нас здесь внутри? Прежде всего, включаем автомобиль. Ага, в зеркало разложились. Отлично. Ага, здравствуйте. И вам здравствуйте. Так, включили драйв. В общем-то, все, можно ехать. Паркинг. Остановились. Все просто. Так, задний ход. Ага. Траектория рисуется. Отлично. Так.
людей. Климат. Климат. Отлично. Вот. Собственно, прибор на панели. А как нам сделать ее поярче? У нее есть яркость регулируемая. Вот, на приборной панели нам видно, значит, что нам видно. Расход моментальный, сколько мы километров на киловатте проезжаем. Нам видно запас хода прогнозируемый, 126 километров, примерно с таким расходом. Но этот расход у меня сейчас конский, 5,9 километров на киловатте. Это я немножко проверял максимальную скорость, разгон до сотки. Я это, в принципе, наверное, видео вставлю. Ну что, проверим разгон в пол. 3, 2, 1, поехали. Посмотрим, что у нас есть вот здесь. Это у нас экран, на котором выводятся основные показатели по потреблению. Интересно. Ага, вот включился кондиционер. До этого он, оказывается, просто вентилятором гонял воздух. И сразу вот выросло потребление. То есть, как видим, кондиционер для того, чтобы охладить воздух до 21 градуса, при забортной температуре в 17 градусов, интересно, да, уже начал потреблять примерно киловатт. Но это какая-то... А, ну все, все, значит, он успокоился. Видимо, тоже понял, что там достаточно прохладно. И начал дуть обычным воздухом. Так, есть. Это значит, что касается потребления. Свет, ну, меньше 100 ватт потребляет, подогревы. Подогрев водительского, пассажирского и вот здесь вот заднего дивана еще. Сейчас камеру подогреем. Никак не влияют на потребление, да? Да, я разницы вообще не вижу. Видимо, ох, ё-моё, быстро он греет. Да, есть еще здесь подогрев руля. То тоже никак не влияет, хотя релюшка какая-то щелкает. Так, что еще здесь интересного можно увидеть? Давайте посмотрим на таймеры. Это у нас таймер зарядки. Не обращайте внимания на весьма странное время. Дело в том, что я пока не разобрался, как заставить его перейти в наш часовой пояс, поэтому это время токийское, судя по всему. Соответственно, прибавляем 5 часов примерно, наверное, и получаем мой таймер зарядки по ночному тарифу. У меня включен первый таймер, можно включить еще второй таймер. Вот. Здесь у нас таймеры подогрева, ну, точнее, климата. Наверное, охладить машину с утра можно. С этим я пока не разбирался, но принцип тот же самый. Дни недели выбираются, время, к которому машина должна быть готова. Это, я так понимаю, окей кнопка, да? Все, включился. Но нам этого не надо. Выключим. Как его теперь выключить? Вот так. Вот. А это у нас, собственно, настройка времени. Когда мы хотим и по каким дням недели. Ну, в общем-то, все просто. Просто и понятно. Интуитивно понятный интерфейс. Это что такое? А вот это уже непонятно. Тут нужно читать мануал. Да, радио. Радио у нас уже адаптировано здесь. Адаптировано
скажем так, электрическим способом, просто переходником для антенны. Говорят, есть еще и прошивка европейская под это главное устройство, но там ценник стартует примерно с 12 тысяч рублей за такое удовольствие. Вот. Что, попробуем? Попробуем, как у нас работает Bluetooth. Так. Поехали. А. Во. Есть громкость еще. Звук весьма достойный для штатного головного устройства, без всяких там Harman Kardon и прочих громких имен, вот, громких брендов. Но это, в общем-то, все по эксплуатации, что можно рассказать. Пока никаких вопросов у меня не возникало, машинка бегает, заряжается. Ошибок никаких, наверное, не было. Давайте мы сейчас еще и посмотрим Leaf Spy. Так, Leaf Spy. Leaf Spy. Это приложение, которое должно быть, я думаю, у каждого Nissan-вода, Leaf-вода. Почему? Потому что машина напичкана датчиками, электроникой и всем, чем только можно. Вот. И... весьма недурно было бы представлять, что происходит сейчас с вашим автомобилем. Температура батареи странно, но это, наверное, салонная ячейка 20, чуть больше 26 градусов. А, нет, вот 25,5. Вот еще 23. А остальные, которые под днищем, примерно 20 градусов температура батареи. Соответственно, мы делаем вывод о том, что, скорее всего, вот этот вот датчик на приборной панели, он не сильно точно показывает. Потому что батарея еще разогреться не должна была. Она очень тяжелая и разогревается долго. Вот, скорее всего, этот датчик градуса на 2 занижает температуру. Так, нет, выходить пока не будем. Это значит, у нас заряд напряжения на каждой ячейке высоковольтной батареи. А вот, кстати, интересно. Вот сейчас показывает здоровье батареи всего 80%. Хотя я, в принципе, наблюдал цифры 82 и даже 83%. Как он их считает, мало кто может объяснить. Так, и что еще здесь есть? Да, в общем-то. Ага, датчики давления в шинах здесь не установлено. В принципе, наверное, можно будет установить. Вот, по подвеске пока не разбирался, но говорят, подходит сюда и от Тиды, и от Жука что-то. Так, ну и немножечко я хотел бы пройтись по приколам, понятным, наверное, чисто японскому, только японскому, значит, обывателю. Вот это вот маленькое окнышко под зеркалом, в него практически ничего не видно. И я не понимаю, зачем сделан вот этот вот выступ. Он просто непонятен. Можно было сделать площадь остекления в два раза больше. На жесткости это никак не сказывается, потому что явно там силовой конструкции никакой нету. Не знаю. Не знаю. Вот. Второй прикол. Это вот эта панелька. Это просто прикол. Автомобиль нафарширован полностью. Светодиодный свет. Все такое. Климаты. И до сих пор автоматическое опускание стекла только на водительском стеклоподъемники. Хорошо, хоть вверх тоже работает. И вниз работает. Эти все, они обычные. Так, какие еще у нас здесь приколы были? Да, в общем-то, наверное, больше приколов и нету. Все остальное, как у людей. А, нет, есть еще прикол. Еще прикол
это кресла водительские и пассажирские. Регулировок вообще по минимуму. Пассажиру доступно только вперед-назад и спинка, угол наклона спинки. Водителю сейчас посмотрим. По-моему, только высота еще добавляется. Так. Ну да. Водителю добавляется. Водителю добавляется у нас еще высота. Вот эта рукоятка, это наверх подкачивает. Это спинка. И тоже вперед-назад механика. Полная механика. Казалось бы, весь такой электрический автомобиль, но нет. Все, это было знакомство с автомобилем. Покатаюсь, возможно, сниму какой-то интересный обзорчик.